Здравствуйте, уважаемые жители Матвеева Курганского района. Хотелось бы обратиться к вам и донести новые изменения в законодательстве в сфере занятости населения, которые приняты постановлением правительства с целью увеличения численности занятого населения и трудоустройства безработных граждан. В 2021 году правительством Российской Федерации принято ряд мер на увеличение численности занятого населения. Так, это меры поддержки работодателей, которые принимают на работу безработных граждан. В части финансирования затрат по заработной плате из расчета минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов, за первый, третий и шестой месяц работы принятого работника. Как узнать подробнее об этой программе, вы можете прочитать на нашем сайте, войти на портал «Работа в России», либо обратиться в службу занятости, и мы вам предоставим полную информацию. Кто может стать участником, как получить эти средства? Участниками данного мероприятия могут быть предприятия, организации любых форм собственности. Также еще на территории Матвеева-Курганского района Российской Федерации Ростовской области реализуется программа в рамках федерального проекта содействия занятости национального проекта «Демография». Реализуется программа по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан. Какие именно это категории могут стать участниками этой программы? Это безработные и ищущие работу граждане, лица в возрасте 50 лет и старше, лица предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей. Как стать участником программы? Обратитесь на портал «Работа в России», либо на наш официальный сайт, или же в службу занятости. Всегда будем рады помочь, оказать содействие в участии этой программы. Самое главное, чтобы по окончании обучения вы трудоустроились, либо открыли предпринимательскую деятельность, либо самозанятыми стали.